Друзья, всем здравия! Сегодня получила я отвратительные вести, просто отвратительные по своей вопиющей несправедливости. Осудили нашу соратницу Яну Дробноход из Новосибирска. Вообще она хабаровчанка, 2 года живет в Новосибирске. Вдумайтесь только в эти цифры. 2 суда вынесли постановление в общей сложности на 300 тысяч рублей штрафов. По 150 тысяч каждое постановление. Кроме того, Яна Дробноход, мать 3 детей, мать несовершеннолетнего 6-летнего ребенка, она провела сутки КПЗ. За что, спрашивается? А не за что. За свою точку зрения, за свою позицию. Она не перекрывала дороги, она никого не грабила. Она никого не оскорбляла и не материла, не называла ни пуйлом, ни звездоболом. Единственное, что она делала, это выходила по субботам на центральную площадь города Новосибирска и с плакатом высказывала свою точку зрения по поводу обстановки в Хабаровске. Все. Скажите, пожалуйста, у нас что? У нас рабство, что ли? Нет, реально, у нас что, рабство? Мы что, теперь не можем вообще рот открыть? Не можем выйти с плакатом? Один человек стоял с плакатом, рядом были знакомые, соратники. Она с плакатом стояла и просто что-то говорила. За это 150 тысяч. 150 тысяч за пост в интернете, за что вот? За Яной других грехов, так называемых, нет. Хотя и это, извините, но судить за то, что человек поддерживает свою родину, поддерживает настроение родины, поддерживает губернатора, которого она тоже выбирала, достойного губернатора. Я что хочу сказать для властей? Чем больше вы перекрываете возможность выпустить пар народу, тем хуже всем будет потом.